Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о топ-4 способах, как увеличить громкость вашего iPhone. Итак, о чем идет речь? Это не просто увеличить громкость звука, там, чтобы вы понимали, а то будете думать, это какой-то абсурд. Нет, конечно же, вам нужно будет именно увеличить по музыке. То есть первое, что вам нужно будет перейти, это в настройки найти подпункт «Универсальный доступ». Вы его можете просто в настройках в поиске прописать, опуститься ниже, аудиовизуальный элемент, вот этот, сюда переходим, опускаемся ниже, что мы здесь видим? Моноаудио, он у нас будет выключенный, выключенный будет намного громче. Дальше, что нам нужно будет сделать? Переходим в раздел «Музыка», опускаемся ниже, выбираем «Музыка». Ниже также коррекцию громкости отключаем, так как это будет уменьшать нашу громкость. Выключаем ограничение громкости, заходим, ставим ползунок на максимум. Это тоже нам увеличит. И в эквалайзер, конечно же, больше низких, это у меня под наушники стоит, на самый громкий будет поздняя ночь. И вы добьетесь максимального результата, максимальной громкости. Вот в принципе и все, на что вам нужно обратить внимание. Все описание я оставлю в описании под видео, вы сможете подробно ознакомиться. Если было что-то непонятно, задавайте вопросы, оставляйте ваше мнение в комментариях, какой у вас iPhone, какая у вас iOS, как у вас он работает, какая емкость аккумулятора, может, у вас есть еще какие-то вопросы или проблемы. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Всем пока!